Следующая игра у нас будет Finally Diced. Я вот буду кубики. Итак, у нас такой Dice Builder. Будем собирать свои кубики и из этого готовить еду. Хей, шеф, спасибо, что пришли. В общем, наверху есть заказы, чего хотят посетители. Щелкните на знаки вопроса, чтобы проверить, что им надо. Любое количество шестерок. Окей. Вот шестерка есть. Один кубик с единичкой, один кубик с шестеркой. Странно у нас, конечно, кубики. Не забываем подавать. Два одинаково говорят. Да? Ну давай шестерку дадим. Посетители не заплатят за неправильный трав, но мы всегда можем избегать этого. Как мы можем этого избежать? Ну, давай. Так, можем использовать оборудование, чтобы поменять значение кубиков. На тот случай мы все их перебрасываем. Так, два одинаковых и два одинаковых. Ну, окей. Шестерки. Двойки. Двойки. Отлично. Шестой раунд. Три одинаковых. О, четыре, четыре. Ну давай, четыре. Четыре. О, перебросить остальное. Три, один, шесть. Еще что-нибудь перебросим. Один, один, шесть. Да что ж такое-то? Перебросов-то больше нету. А там надо было три одинаковых. Неужели надо было бросать? Ну, я понял, что... Не, все-таки надо единичку либо шестерку убирать. Ладно. Сюда можно что? Все-все принимается. Ну, давай мы тебя все-все сюда и засунем. Всего три бакса. Не идеально. Так. А, вот тот заказ у меня остался. Поэтому... Два одинаковых просят. Ну, это мы можем. Сюда что-то любое. Давай так. Четверочек пока нету. Оп, четверочка. Годится. А сюда еще единичку надо, да? Давай единичкой. Замечательно. Повезло, повезло. Два одинаковых надо тут. Ну, можем. Четыре. Четыре. Годится. Можем, конечно, один-один. Ну, там два одинаковых. Все. Давайте продолжим. Посмотрим, как оно все будет развиваться. Итак, давайте подготовимся к сегодняшней службе. Давайте закажем ингредиенты. Багет. О, он меняет кубик, который у нас. Ну, допустим, багет пусть будет внизу. Так, ну когда я готов, то надо заказать. Морковку? Морковку сложная. Надо три заказа одинаковых. Ну, давай морковку. Ну хотя, почему нет? Вот, у нас здесь получается на кубиках четверки, пятерки. На этих кубиках четверки, пятерки. Все, тут у нас тройки. И тройки.
Давай тройки здесь же поставим. То есть кубик с единичками есть. Кубик с тройками. Наверное. 3-2. С тройками и двойками. Четверки-пятерки. Можно так сделать? Чтобы кубиком были тройка, да, куча троек и двойка. Нет, ну надо как-то вот так. Так, можешь посмотреть, сколько их посетителей к нам придет. Ну, окей, допустим, это все очень странно, но, возможно, это, тем не менее, неплохой результат. Да? Угу. Два. Так, и кое-что может быть важным, да? Оно не влезает. Что делать, если оно не влезает? Можно выбросить, говорит, что-то. А если я не хочу ничего выбрасывать? Если меня в целом-то оно устраивает, более-менее, наверное. Хотя, я могу сделать вот так. Эй, лоток. Он сейчас не хочет сюда перемещаться. Серьезно, он не хочет сюда перемещаться. Денег, говорит, нету на покупку. А я старался его разместить. Ладно. Какой-то кошмар получается. Что у нас получается по кубикам? Два. Куча двоек. Пять. Здесь куча двоек. И три, пять. Здесь три, четыре и шесть. 6, 4, 3 и единичка. Ну давайте попробуем разобраться. 3 одинаково, говорит. Что у нас на этом кубике? 3, 4, 6. Здесь одни единички, здесь 3, 4, 6. Давай 2 одинаковых тогда здесь забьем. Сразу тройки забить, это сложно будет. Ну, с единичкой мы ничего не добьем. Четверками можно было, конечно. А крестики мы же не можем там дадить. А можем. Забавно. Единичку... Наверное, нет. Ну, хотя, смотри. Крестик сюда. Два, три. И надо одинаковые, да? У нас есть единичка. А здесь у нас куча двоек. Поэтому есть высшая вероятность, что она выпадет двойкой, да? Потом можем двойку разместить, например, сюда. А теперь, с другой стороны, эта штука могла тройкой выпасть. Тут тоже тройки есть. Поэтому... А здесь троек нету, это двойка падает. Тут двоек много. Давайте рассчитывать, что эта штука выпадет двойкой. Двойку сюда. Хотя можем двойку сюда поставить, чтобы этой штукой сразу убрать. Давайте сюда ее поставим. Поним, что после переброса это будет двойкой. Здесь... Тоже как-нибудь... А крестик нам зачем? Крестик нам, наверное, не нужен. Давай сейчас... Подбросим. Во, две тройки выпало. Две тройки — это неплохой результат, мне кажется.
А, давайте две тройки сюда разместим. Единичку. Единичка у нас есть только на одном кубике. Нам она особо не нужна. А, Катя, у нас эти кубики освободились. Поэтому давайте крестик сюда. Почему они освободились? Двойку. Если нам смысл перекидывать. Вот то там либо двойка, либо пятерка. Давайте двойку сюда. Единичка нам ничего не даст, наверное. Давайте так. Так. Ага, нам на заказ, который куча крестиков, нам все-таки ничего не дали. Хотя все три одинаковые, все три крестики. Но нет. Ведь крестик это у нас отсутствие ингредиентов, ведь так? Ладно, поняли, приняли. Постараемся так не делать. Тройка. Давайте тройку сюда. Нет, давайте тройку сюда. Хотя тут больше может принести. Так, ну давай единичку сюда пока разместим. Попробуем единичкой забить. Все. Как бы единичкой гарантированно можем потихоньку забивать. Значит, давайте две тройки разместим. Хотим ли мы реролить? О, тут тройки есть, хотим. Тройки пока не выпали, давайте еще раз. Тройки выпали. Окей. Подаем такое блюдо. И следующее блюдо. Единичку сюда. А, из этого делаем блюдо из троек, видимо. Перемешать. Ать, нехорошо. Давайте и... Сейчас он перестанет вращаться, наверное. Что-то не дает нам пока. Почему не дает? Тут тройка есть. Тут тройка может выпасть. Тут нет. Может потому что он все еще вращается. Давайте подождем. Пока он перестанет вращаться. О, наконец-то. Даже на двойку упал. Забавно. Но нет, тройки нам не выпали. Подаем так. И готовимся собирать тройки еще раз. Раз тройка. Больше троек нету. А вот так вот можем уже подавать. Завершаем день. Мы... Нам надо было 60 заработать. Заработали 67. Поэтому 7. Плюс. Так, говорят, надо что-то снова заказывать. Но зачем? За 7. Чесночок сюда. 4, 6, 3... Пятерочку можем. Ну, у нас двоечка осталась. Я думаю, пока на этом закончим. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь на любое количество двоечек надо. Вот можем. Вот, держи. Уже. Будешь удовлетворен. Здесь давайте нахуй поставим так. А что, пока сгрузим одну единичку. Можем даже поболтать. А что мы ищем? Троечки ищем. Нам здесь, в принципе, ничего не надо. Давай так вот подадим. Что-нибудь любое, и единичку. Окей. Четверочку, может что-нибудь еще выпадет. Вон, пятерочка выпала. Давайте ее возьмем. Все, говорят, принимается. Ну, раз все принимается, давайте сделаем так. Двоечки нужны. А где же я возьму такое количество двоечек? Хотя, знаете, возьму. Повезло, повезло. Все, что угодно сюда войдет. Без проблем. Держи все, что угодно. Все равно 6 монеток даешь. 2 одинаковых. Троечки взять. Давайте попробуем. Вот троечки выпали.
Ну, это было как-то... А мы не прошли? А почему мы не прошли? Мы же вроде все выполняли. Странно. Странно. Чего-то не хватает. Чего-то в этой игре явно не хватает. Вроде музыка есть. Вроде бы бросать кубики приятно, но что-то не хватает. Возможно, самую малость. Будем надеяться, что в финальной версии добавится. И будет больше фана, больше вызова. Ну, давайте перейдем дальше. К следующей демо-версии.